Преимущество, еще раз, plug and play, потому что это главная идея маркетплейса. Это снижение стоимости выхода на рынок, появление новых продуктов быстрее, благодаря тому, что большее количество предпринимателей получает доступ к дистрибьюции своего продукта. Да? Помните, Цукерберг его создал, будучи студентом второго курса, по ночам делая программку в Гарварде. Дальше. Безусловно, это ведет к повышению конкуренции. Но если билет с выходом на рынок снижается, конкуренция повышается. И снижаются требования для предоставления услуг в части отдельных сервисов. Ну, потому что мне не надо делать все вместе. И для малых игроков с точки зрения пропорционального регулирования все проще. Аутсорсинг также развивается, облачные технологии этому будут способствовать. И появляются возможности делать нишевой бизнес, так как фактически в концепции маркетплейса бренд перестает играть важное значение. Следовательно, возможности делать благодаря бренду кросс-продажи снижаются, поэтому появляется большее количество нишевых историй. Стандартизация повышает сопоставимость услуг, следовательно, облегчает конкурентный выбор человека. Эластичность гигантская, но представьте, сегодня мы имеем портал Банки.ру, я смотрю на нем процентные ставки, а дальше думаю, охота мне ехать 2 часа до вот этого самого банка, потому что у него процентная ставка на 10 BP выше, чем у того банка, который рядом с моим домом. А если я сижу в формате магазина на диване, и передо мной вот эта возможность имеется, у меня нет мысли, значит, стоит ехать или нет, потому что мне не надо никуда ехать. А следовательно, тот, кто в равных с точки зрения доступности условиях дает лучшее ценовое положение, предложение, тот и выиграет. Ну и ускоряются операционные процедуры. Опять же, если я в формате магазина на диване, у моего банка отобрали лицензию, мне не надо никуда уйти, а СВ мне принесет деньги на мой счет без каких-либо усилий с моей стороны. Вот, поэтому общий тренд, который мы сегодня видим, это упрощение модулей при усложнении целого. То есть из модулей отдельных атомов набирается молекула. То есть человеку нужен комплексное обслуживание. И он его будет получать, но набирая модули от разных производителей, которые более-менее стандартны. Вот, маркетплейс дает равенство. То есть вот что очень важно, что он в этой концепции дает действительно равенство игрокам по доступу к потребителю. И вне зависимости от того, какой у вас сайз, канал дистрибуции становится равнодоступен, следовательно, те преимущества по выстраиванию собственных каналов, которые сегодня делают некоторых игроков недосягаемыми для средних и мелких игроков, они преодолеваются созданием вот этой дистрибуции через общие каналы.